Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить мне регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, давненько не было серий. Я знаю, виноват. 2 недели где-то не было серии, если не больше. То есть реально, пацаны, я немножко офигел и не выпускал серии по Родине. Но я в отъездах там был, отдыхал и так далее. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. То, что вы понимаете. То, что я тоже человек, как бы мне нужно отдыхать, мне нужно набираться сил, мне нужно как-то развиваться, развлекаться там и так далее. Поэтому я реально надеюсь на ваше понимание, то, что вы как бы не будете сильно ругаться, то, что я долго не выпускал серии по проекту Родина Ролеплей. Ну а сегодня у нас будет видосик довольно-таки интересный, потому что слили несколько скриншотов будущего летнего обновления, которое мы, конечно же, сегодня посмотрим, обсудим, рассмотрим так подробненько, я выскажу свое мнение там и так далее. Короче, сегодня мы посмотрим, что будет в будущем обновлении. Я думаю, это, в принципе, всем интересно, поэтому поставьте лайк, там подпишитесь на канал. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там есть интересные фоточки, которые вы нигде не увидите, кроме как в инстаграме. Поэтому ссылка на инстаграм будет в описании. Заходите, подписывайтесь, всем советую. Ну что ж, давайте рассмотрим первый скриншот. Это получается у нас будет либо воинская часть, в чем я сильно сомневаюсь, либо это будет тюрьма. Скорее всего, это будет тюрьма, потому что воинскую часть недавно обновляли, и она находится в Батырево. И смысла ее обновлять заново нету, потому что ей даже года, по-моему, нету. Короче, ее недавно обновили, эту воинскую часть. То есть, скорее всего, это будет новая тюрьма, потому что Алькатрас сам по себе, который находится там недалеко от Бусаева, он уже очень сильно устарел. То есть, это стандартные текстуры, то есть его уже пора было обновить, и скорее всего они именно это и сделают, потому что как бы это скорее всего тюрьма. Я точно вам сказать не могу, но я почему-то уверен, то, что это будет тюрьма, потому что здесь будет вот такая большая вышка, будут такие вот здания и будет колония, то есть скорее всего это 100% будет тюрьма. Сделан довольно-таки неплохо, я вижу 1, 2, 3, 4 здания получается на данном скриншоте, и сделано все довольно-таки неплохо, симпатичный забор, красивые ворота. То есть сделано все по красоте, как в принципе всегда делают на Родине. Вот я вам это всегда говорил и говорить буду, то что на Родине интерьеры и маппинг самый лучший в КРМП. Я вам это заверяю просто. Я вам с уверенностью это могу сказать, потому что вы реально зайдите, просто посмотрите. Вот зайдите реально на Родину, кто не играл. Кто, допустим, играет на других проектах, зайдите на Родину, посмотрите маппинг, посмотрите интерьеры, и я думаю, вы со мной тоже, в принципе, согласитесь. Следующий скриншот, это у нас новая получается работа, которая будет добавлена летом на проект Родина Ролеплей. Это работа машиниста. Данная работа, в принципе, не новая, потому что такую работу я видел на многих проектах. Эта работа довольно-таки скучная. На любом проекте, где я не играл, где я работал машинистом, на самом деле эта работа довольно-таки скучная и не особо прибыльная. Здесь у нас показан скриншот, но сам скриншот, именно поезд получается, и графика, это взято с интернета. А именно сам функционал, сама панель работы, это уже получается от Родина РП. Что я могу здесь видеть? Я вижу, написано диспетчерская, вызов диспетчера, можно это сделать, я так понимаю. Закрыть диспетчерскую тоже есть кнопочка, получается. Показана скорость, максимальная скорость, я так понял, это 100 км в час, расстояние 10 тысяч километров. То есть это было ожидаемо, то что добавят эту работу, потому что в недавнем обновлении, где-то месяца 2 назад, которое было, добавили, получается, новые станции и новые железные дороги, то есть новые пути там и так далее. То есть это было ожидаемо, то, что эту работу добавят. Ну, в принципе, как бы Родина — это та же самая Аризона, это тот же самый Сампа, потому что и Сампа обновления добавляют такие же самые на Родину, то есть КРМП. То есть они берут обнову, как бы дорабатывают ее и добавляют ее в КРМП из Сампа. То есть это было ожидаемо, то, что добавят такую работу. Я, честно, не очень рад, то, что добавят. Какие игроки будут ездить на поезде? Потому что на спавнах есть самокаты там, и на них можно спокойно доехать. Да и, в принципе, на Родине такая экономика, то, что вы можете
можете спокойно за один день заработать себе на машину и спокойно передвигаться. То есть в плане игроков, я не знаю, кто будет ездить на поездах. В плане работы, возможно, да, прикольно. Но она будет популярна только в начале, как только ее добавят, мне кажется. Потом интерес к ней будет пропадать. Но сама задумка, в принципе, неплохая. Как бы, я думаю, эта работа должна быть на проекте в любом случае, потому что все-таки это ролеплей, и поезда в реальной жизни есть, почему бы их не добавить в игру. То есть в этом плане, я считаю, они делают все правильно. Ну что ж, пацаны, вот такие вот скриншоты были сегодня у нас в видосе. Я очень рад, то, что скоро выйдет обновление. А я надеюсь, то, что оно выйдет скоро, потому что началось лето, получается. И нужно уже, чтобы добавили какие-то обновления, чтобы у людей, знаете, так, чтобы был больше интерес играть. Потому что сейчас начались каникулы, и как бы нужно подогреть игроков, как бы заинтересовать их, чтобы они заходили, играли там и так далее. Поэтому вот как-то так сегодня у нас получилось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока.